человек. Если бы не эти ребята, которые разбились, в принципе, мы бы не смогли раскрутить всю вот эту вот веревочку тех событий, которые у нас происходили. Не собрали бы мы вот эту вот целую картину, так и думали бы, что здесь они летали просто на учебных самолетах, которые фанерные, из дермантина сделанные были. Так и думали бы все.